Магаданская региональная общественная организация «Отряд поиск пропавших детей Магадан» в этом году отмечает 5 лет с момента своего создания. За это время они помогли нескольким сотням детей и взрослых найти дорогу домой. Все началось 30 августа 2015 года, когда в соцсетях появилось сообщение, что потерялось 2 детей, ушедших на празднование 1 сентября. Тогда около 40 добровольцев, еще не знавших друг друга, не владевших навыками поиска, действовали достаточно хаотично, но в итоге детей нашли. Сейчас организация проводит совместно с представителями МЧС тренировки. Накоплен серьезный опыт, выработаны специальные методики поиска, налажено взаимодействие с правоохранительными органами. Конечно же, сегодня хочется поздравить всех волонтеров, которые причастны каким-либо образом к поискам детей, людей в нашем городе и области, которые отзываются и не раз на поиски по нашим ориентировкам, по нашим призывам помочь в поиске в том или ином. Очень хочется сказать большое спасибо всем, без исключения, в том числе и правоохранительным органам, которые на сегодня уверены в том, что мы, несмотря ни на что, в любое время дня и ночи, в любую погоду, непогоду, выйдем на помощь. С общественной организацией «Отряд поиск детей Магадан» заключили соглашение о взаимодействии все силовые структуры региона. На сегодня это самая многочисленная и наиболее эффективная общественная организация, специализирующаяся на поиске пропавших детей и взрослых. В наиболее резонансном поиске пропавшей девочки в поселке Снежный 2 года назад одновременно принимали участие свыше 700 волонтеров. В областном центре организация располагает 500 добровольцами. В городских округах действует еще около 200 человек. При этом спустя 5 лет с момента возникновения у организации до сих пор нет своего помещения и интернет-сайта. Если у вас есть возможность, вы можете поддержать отряд «Поиск пропавших детей Магадан» материально или организационно, потому что чужих детей не бывает.